на конкурс. Дети читают стихи. Стихотворение «Пока память жива» Зинаиды Чеботаревой читает Иванова Любовь 8 лет. Отгремели давно залпы наших орудий, а воронки от бомбы трава мурава. Но войну не забыли суровые люди и смеются сквозь слезы, ведь память жива. Они помнят походы и дальние страны, и от сердца народа простые слова. Они помнят лица друзей, уходивших так рано, ведь душа молода, пока память жива. Они помнят весну 45-го года, закружилось от счастья тогда голова. Не узнали я тех, что гибли в походах, но все помнят, ведь память жива. Эта память с корнями уходит все глубже, и шумит на ветвях зеленее листва. Ее бег времени никогда не заглушит, ведь душа молода, пока память жива.